тростниковое место. Хирве парги лыки кухт. Вот такой здесь лес. Из леса выходим на зеленое болото и пикниковое место. Поленница, как обычно, пустая. Так, мостик вроде даже крепкий. Зеленая вода, русалок не видно. И что у нас тут? И тут у нас такой островок метров на 15. Ну, комаров тут, конечно, мрачно. Толпами летают. Только репелленты спасает. О, вилку кто-то подарил прохожим. Информация. И с той стороны еще мостик, чтобы дальше идти дружить с комарами. Ну так, зимой может быть и весело, а с комарами как-то вообще не прикольно. О, дерево упавшее. Ива, что ли? Нет, не ива, что-то другое. В общем, да. Место комаров и зеленой воды. Пойдем мы отсюда. И на машине сюда не подъехать. Нужно пробиваться через комаров 500 метров. Да еще и стоянки даже нет. Просто на краю дороги машину оставить. Веселуха, одним словом.